Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква М в имени дает большую внутреннюю силу. У этих людей удивительная интуиция. Их часто посещает пророческие сны и видения о том, что должно произойти. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Главные качества личности. Динамичность, справедливость, любовь и участие к миру вокруг. Этих людей отличает богатое воображение и широта взглядов, способность понять и принять окружающих со всеми их недостатками. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Обладатели этого имени нередко забывают о себе и своих близких, отзывчивые на людские беды, понимающие и щедрые. Они находят настоящее счастье в служении другим и в реализации своих идеалов. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.